Друзья, приветствую! Алексей Азаров. Как всегда на канале Позитива. Мы с вами находимся в городе Сан-Ремо. Посмотрим просторную квартиру 180 метров квадратных на первой береговой линии с видом на море, в пешей доступности до всей инфраструктуры. Вот такой зелено-синий вид перед вами открывается. Здесь очень вкусный ресторан, буквально за пальмами. Там наши шашлычки лигурийские, очень вкусные. Вот там пляжи по той стороне, здесь тоже уже пляжи идут чистые. Советую вам на этих пляжах, потому что там, где яхты стоят, то там водичка, конечно, не очень. Продаются апартаменты на втором этаже. По-нашему это на третьем этаже. Здесь строится трехэтажный уровневый гараж. Трехуровневый гараж. Здесь вы можете спуститься, мы сейчас прогуляемся на территории кондоминиума. Можно где пожарить барбекю, отдохнуть, позагорать, там, поиграть с собакой. Вот такая просторная огромная терраса. Ну и такой же большой зал просторный. Металлическая дверь, видеодомофон. Заходим, оставляем вещи. Встроенный шкаф. Просторный зал. Очень просторный. Кухня. Также в стоимость входит полтора гаража. Ванная комната с душевой кабиной. Первая спальная комната. С выходом на свой балкон и видом на море. Алюминиевые окна, молодцы. Данные апартаменты сдавались в аренду, поэтому сейчас они без мебели. Но мне даже так больше нравится, больше простора. Ванная комната с душевой кабиной. И видом на море. Ванная комната с видом на море. Это же уму непостижимо.
Вторая спальная комната. С видом боковым на море. Здесь мы с вами уже были. На всякий пожарный, как всегда, пассивная сигнализация, если вы уезжаете. Ну, можете также сделать карабинером ее. Оставить в обслуживании полиции. Далее, здесь у нас еще одна квартира отдельная. Кладовка. Спальная комната с выходом на террасу. Кондоминиум в очень хорошем состоянии. Фасад был недавно обновлен. Очень хорошо за ним следят. Здесь отдельный вход. Далее еще одна спальная комната. И ванная комната с ванной. Автоматические ворота, заезд. Заезжаете в гараж. Здесь два лифта, очень удобно. Сейчас еще раз зайдем, покажу вид на море и пойдем посмотрим в нижнюю часть, в парк пойдем. Первый лифт. Я вам сейчас показываю нижнюю часть. Это второй лифт. Так, здесь у нас заезд. В гараж. У нас с вами именно гараж. Здесь достаточно стоит огромная машина BMW. Ну, я думаю, здесь можно еще метр проехать. И, да, я понял, почему на полторы машины. Потому что одна может быть большая, а вторая, как у нас, Абарт, Фиат. То есть в любом случае сюда к вам никто не заедет. То есть можете здесь еще поставить еще одну машину. Вышли с машины.
Вот, пожалуйста, сразу лифт. Очень удобно. Вот парк данного кондоминиума. Можно посидеть там, отдохнуть, поиграть с детьми. Можете здесь выйти, здесь калитка. Это у нас набережная Императрицы. И до центра города идти буквально 4 минуты. Очень все близко. Этот ресторан вам не советую, очень невкусный, честно. Там вот внизу будет очень хороший ресторан. Все. Идем дальше. Вся подробная информация будет на нашем сайте azarov.ru. Переходите по ссылке, которая у нас внизу в описании, где всегда вы увидите актуальную цену на данную недвижимость. Всем хорошего дня, прекрасного настроения. Ставьте, пожалуйста, нам лайки, поддержите наш добрый канал. Пока!